собрали первый экземпляр обновленного Lada Largus FL, который полностью соответствует товарному виду. Об этом сообщают в группе «АвтоВАЗ News» в социальной сети ВКонтакте. Уточняется, что автомобиль получил полностью оригинальные комплектующие, которые и дальше будут применяться при сборке серийной модели. Это говорит о том, что поставщики завода решили проблемы и готовы к массовому производству. По неподтвержденной информации, серийное производство новой Lada Largus FL будет запущено в конце октября текущего года. После рестайлинга Largus получит полностью новую переднюю часть кузова в фирменном хай-стиле бренда. Появится оригинальный бампер, новые передние крылья, капот и решетка радиатора. Головную оптику позаимствуют у Renault Logan второго поколения. Скорее всего, это будет более простой вариант без светодиодных элементов. Также появятся складываемые и подогреваемые боковые зеркала от Lada Vesta, пластиковое жабо со встроенными форсунками омывателя и новая укороченная антенна на крыше. По имеющейся информации, задняя часть универсала и его боковины в ходе рестайлинга не изменятся. Техническая часть, скорее всего, останется нетронутой. На данный момент предлагаются бензиновые моторы объемом 1,6 литра мощностью 87 и 106 лошадиных сил, каждый из которых сочетается исключительно с 5-ступенчатой МКПП. На АвтоВАЗе собрали первый экземпляр обновленного Lada Largus FL, который полностью соответствует